расслабленно расходимся, сходимся, даже если это происходит быстро, да, это все равно как бы такое достаточно широкое, спокойное движение, и, в общем, ничего не происходит. Здесь же опять начинает очень сильно работать корпус, да, и мы фактически делаем очень короткое, быстрое движение. Фактически закрываясь даже немножечко раньше, чем наступает третий счет для закрытия. Да, и вот здесь из вращений получается. Девочке нужно начать очень сильно работать. Потому что если на такой скорости, ну как бы на такой динамике, уйти вот в это расслабленное состояние, то вернуться будет невозможно. Ну, в темп. Да? Нужно сейчас будет прямо собраться. Давайте начнем просто с расхода, да? Девочки, посмотрите, ноги, да? Они не уходят вот в это вот положение назад, в шаг. Да, здесь очень четко, короткая линия. Близко и отрабатывает корпус и бедро. И руки работают в противоход друг к другу. То есть я посылаю импульс на раскрытие. Он передается в тело, но рука отрабатывает на противоход. Если вот взять стенку, да, то что мы делаем? Мы вот этой рукой как бы отталкиваемся, но рука остается на месте. Да? По сути, мы вот что делаем. Раз. То есть у нас было там. Раз, два, три. 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 Давайте вот это движение сделаем чуть-чуть просто у стеночки. И мальчики, соответственно, то же самое, да, вы делаете просто другой рукой. Раз, раз. Только смотрите, у вас не должно быть падения корпуса на... То есть мы здесь остаемся очень сильно зафиксированы прямо, да? Ну, со стенкой это не очень удобно, но смысл